Французские исследователи развенчали миф о росте Наполеона. С полной уверенностью они заявили, что он не был коротышкой. К таким выводам специалисты пришли, изучив как следует пару сапог, которые без сомнения принадлежат Бонапарту. Их обнаружили на острове Святой Елены и выставили на торги. Стартовая цена, назначенная аукционным домом, 50-80 тысяч евро. Размер этой обуви доказывает, что император не был коротышкой, каким его изображала английская пропаганда в начале 19 века. Сапоги, выставленные на продажу, Наполеон носил в изгнании на острове Святой Елены, где скончался в 1821 году. Их привез назад во Францию адъютант императора. Этот факт, а также клеймо парижского сапожника, у которого обувался Наполеон, могут служить надежным доказательством аутентичности пары. Перед нами пара сапог для верховой езды из кожи очень высокого качества, размер которых соответствует современному 40-му. Император был не маленьким, его рост 1 метр 69 сантиметров. Это совсем немало для его времени. Образ коротышки был только на английских карикатурах, что не соответствует исторической правде. Cette image de l'empereur